Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Мы продолжаем играть в Last of Us. Мы спасаем Элли. Джоэл пришел в себя после той страшной травмы, и теперь он не понимает, где Элли. Но, допросив этих бандитов, он выяснил, что она находится у них. Мы бежим вперед. Это уже не стелс, это уже не прокрадывание мимо врагов, это просто война. Я убиваю их, потому что другого они не заслуживают. Людоеды, которые готовы на все, лишь бы выжить. Готовы ради этого потерять человеческий облик, поступиться всеми вообще принципами морали. Таких людей можно назвать максимум крысами, червями, не более. Рюкзак Элли. Что за хрень? Откуда здесь вещи Элли? Так. Хорошо, как нам? Ну, что-то я спешу. Журнал учета мяса. 2 тонны. Так, 1,5 тонны. Маловато будет. Вы понимаете, про какое мясо они говорят. Сволочи. Или там, давай быстрее. Давай, беги от него, беги. Сколько он может выдержать? Ну, ему 3 удара в пузо ножом, в шею. Давай, поторопись, пожалуйста. Ну, давай, давай. Скотина. Знал, что ты бойкая. Ладно, сдавайся. Это не стыдно? То есть нет. Не в твоем стиле, да? Падаль. Давай, умоляй. Пошел ты. Самая умная, а? Думаешь, ты меня раскусила? Ты не представляешь, на что я способен. Ну. Элли! Стой! Стой! Убери руки! Тише, нет! Это я! Это я! Это я! Смотри! Смотри! Живая, самое главное. Он хотел... Солнышко. Ничего, ничего. Джоэл. Ничего. Не бойся. Живые, оба живые. Фу, уходите нафиг оттуда. Если там, конечно, кто-то остался после того мяса, которое я устроил. Элли совершенно не в чем винить. Она все сделала как надо. Тяжело, конечно, ребенку, но... Весна. Ты слышишь? Нет. А что? Смотри. Больница. Конечная остановка.
Пойдем, детка. Солт-Лейк-Сити. Чуешь, какой ветерок? Раньше в такие дни я сидел на крылечке и бренчал на гитаре. Вот закончим со всеми делами, научу тебя играть на гитаре. Я думаю, тебе понравится. Что скажешь, а? Ты что, уснула? Чего? А, да, с удовольствием. Панорама тут, конечно. Но хватает вот таких деталей. Семейное фото. Прости нас. Ну вот. Да хватает ее, ну. О, всех застрелил. Я вчера летала во сне. Правда? Да. А, фигня. Дурацкий сон. Так, ну где он? Он то здание, что ли? А нет, вот оно, госпиталь. Я прям вижу уже. А то и банды, по крайней мере, избавились. Они нас беспокоить не будут. Еще одна пустая карантинная зона. Протоколы сдерживания 4-го уровня. Микотоксин. Вы входите в карантинную зону. Все люди должны быть очищены медицинским персоналом до того, как войти, до того, как им будет разрешено войти в карантинную зону. Так, хорошо. Что-то у меня дурное предчувствие после всех этих приколов, которые нам подкинула игра. Я же ничему тут не верю. Вот больница, о которой говорилось в записи. Пойдем, Элли. Ну, ты по-своему забралась. Может, тут срежем? Красивый пол какой, да? Что это было, вокзал или метро, спуск? А, автобусный. Можно по лестнице. Чего уселась? Что-то она вообще без настроения. Ты чего скисла? Не, все хорошо. Просто ты как-то сегодня притихла. А, прости. Нет, я же... Неважно. Ладно, хорошо. Давайте насмотримся. Бедолаги.
Нужно ли нам что-нибудь создавать? Давайте аптечку, в принципе, раз можем. Блин, так спокойно, но при этом постоянно ожидаешь какой-то опасности. Не знаю, меня эта игра уже параноиком сделала. Да я и был, по сути. Ну вот. Элли? Элли? Что? Лестница, давай. Ага. Что не так вообще? Мы же добрались уже до конечного пункта. Скоро это все закончится. Может, это ее беспокоит? Сейчас. Она же не думает, что Джоэл бросит ее после этого. Годик назад, может, но сейчас точно нет. Господи. Ты куда? Чего она делает-то? Элли! Элли! Смотри скорее! Что это? Ничего не нашел. Что она увидела? Это что? В чем она вообще? Глазам не верю. Ладно. Да подожди, идем, не убегай скорее. Ты. Не убегай. Опасно. Кстати, заметили, здесь полно трупов. То есть здесь зараженных, похоже, нет. Ты видишь? Охренеть. Не спугни. Ладно, ладно. Ну, фонареть. Вот это круто. Ты чего? Все хорошо. Иди сюда, иди. Ой, хороший. Ну, подойди. Давай. Привет. Просто офигенно. Куда он? Ладно, давай, пошли. Ну, не спеши так. Сколько их там? Раз, два, три. Ой, да ладно, иду, все уже, ну. Гоняет меня, мне уже за полтинник. Надо же. Ух ты. Красавчики. Откуда их столько? Это из зоопарка парочка сбежала? И за 20 лет так наплодилась, что ли? Круто, а как они зиму пережили? Реально круто. Дитё. Мы можем отказаться. Ты ведь это понимаешь? А какие варианты? Вернемся к Томми и
Просто забьем на эту хрень. После того, что было, того, что я сделала, я не могу все бросить. Права, права. Слушай, ты хочешь как лучше, но деваться некуда. Вот закончим. Пойдем, куда скажешь. Ладно? Все равно без тебя не уйду. Так что хватит уже. Вы знаете, у меня опять дурное предчувствие. В этой игре, слава богу, ничего не бывает. Кошки на душе скребут. Ладно, пойдем посмотрим, раз уж пришли. Там, скорее всего, никого сейчас тупо нет. Видишь, что еще похуже? Есть. Но немного не такие, как мы ожидали, добрые. Прошлое попал. Почему? Сразу после катастрофы я оказался в похожем местечке. Куда ни посмотри, везде осиротевшие люди. Весь мир рухнул в одно мгновение. Ты тогда потерял Сару? Да, тогда. Я не представляю, каково это — потерять самого дорогого человека. Лишиться всего. Сочувствую. Спасибо, Элли. Ох, ебана мать. Какой кошмар. Здесь кого-то убили. Или он сам застрелился, я не знаю. Как же это все страшно. Здесь кому-то стреляли. Ой, да здесь вообще все очень плохо было. Ты посмотри, это же... Ну, мать. Собаки. Надо быть осторожнее. Так, ну, здесь мы пройдем. Что-то есть подозрение, что нет. Хорошо. У меня есть подарок. Вот. Мне Мария показала, а я потом ее утащила. Надеюсь, ты не против? Да. Давно пора понять, что от прошлого не уйдешь. Оно все равно тебя настигнет. Спасибо. Salt Lake Bus. Упс, простите. Я же вздрогнул. Настолько тут тишина, настолько тихо и спокойно, что... Туннель. Туннель — это плохо. Я, конечно, ничего не хочу сказать. Пока что все вроде спокойно, и зараженных не удать. Я точно знаю. Ты о чем?
Этого-то я и боюсь. Вижу грибы, споры. Или это трава просто? Ну, слава богу. Не разворачиваться. Ой-ой, какой нехороший товарищ. Вот это вот реально плохо. Твою мать. И как их обойти, по-вашему? Они кругом просто. Или аккуратно. В этом стрела, по-моему, сломалась. Урод. Нет, нормально. Ладно, тут забирать не будем. В такого попасть, это, конечно, проблема. Он шатается, непредсказуем. Ема всегда. Да япона мать, да что ж такое? Так феерично я еще никогда не мазал. Остаться с тремя стрелами, но уйти отсюда лучше. Как думаете? Я думаю, это определенно будет лучше. Офигеть. Так, спокойно. Боже мой, сколько ты тут? Да больше. Дальше. Больше, чем мы видели где-либо. Это самое печальное.
Мне доказалось, что здесь безопасно. И как? Ух ты. Тихо, Элли. Все очень плохо. Назад. Так. Блин, так темно, что я ничего не вижу. Включать свет чревато, там эти стоят. Судя по тому, сколько там всего дают, повоевать еще придется. Отсюда мы не проходим. Ладно. Возвращаемся обратно, выходим оттуда. Слева. Да я знаю. Ой-ой-ой-ой. Офигеть. Просто охренеть. Это праздник какой-то. Сразу два. Такие злые. И как мне пройти вообще? Блин, это кошмар. Ой-ой-ой. Давай, вот сейчас. Капец. На ящик, из него наверх. Быстрее, пожалуйста. Тут все плохо. Поберегись! Уроды. Так, а тут поспокойнее вроде, да? Тут их как бы перегородили. Хорошо. На всякий случай вставать пока ушли. Не будем. Теперь не доберутся. Смотри, не свались. Похоже, тут глубоко. Вот что будем делать потом. И что? Научишь меня плавать. Договорились. Так,
Хорошо. Нам нужна вон та лестница. Для этого мы... Для этого... Так, по машине я не заберусь. По-любому, без вариантов. Хотя, вот по этой штуке подтянуться можно было бы. Наш герой не из таких. Поэтому где-то внизу, скорее всего, прибита... доска. А, даже вон как. Понятно. Это оказалось проще, чем я думал. Держи. Держись с краю, там помельче. Что-то лежит. Вода ледяная. Да ясно. Ничего не лежит. И снова заперто. Мужик, у тебя посмотри, что на спине висит. Ты можешь тут стену взорвать к чертовой матери, а ты, блин, над каким-то замком. Да ладно. Ладно. Вставай сюда. Есть. Ладно. Открывай. Посмотри, прямо за ним там такая этот дырень. Там тоже человек запросто может пролезть. И вот справа от него. Я пролез. Легкую вообще. Ты цела? Да. Как выскочил. Скорее бы их вытащить. Так, хорошо. Пятый уровень. Отлично. Пора уже прокачать свою биту. Так, приступим. Качаем шотган. Он нас по большей части выручает в основном. Так, хорошо. И лук. Окей. Сойдет. Не ударься. Какая забота. Смотри, вот она. Хоспитал. Круто. Не, просто в голове не укладывается. Это вот сколько мы сюда пилили, и наконец мы сюда дошли. Это же год прошел, серьезно? Небольшой осмотр. О, что-то есть. Так, это была плохая идея. Ох, куда можно уплыть? Понятно. Сейчас наберемся воздуха. А зачем это мне вообще? А, все, понял. То есть мне нужно какой-то плотик найти. Ну, хорошо. Приступим. Я туда не допрыгну.
Ты там как вообще? Нормально. Так, это мы где-то оказались? Ну-ка прислушаемся. Вроде бы спокойно. Хорошо, что это мне дает? А, во, как смотрю. Блин, конечно, мы дойдем тоже туда. Оп. Сейчас, секунду. Поехали. Осторожно. Да я стараюсь. А? Давай. Там есть что-то? Или мне тоже по этой штуке залезать? Тут же когда как, не угадаешь. Нет, я не смогу. Хорошо. Видимо, она мне поможет тогда. Отойди! Да я далеко. Так, ладно. Окей. А! Что случилось? Долбаная лестница оторвалась. Что делать? Что-нибудь придумаю. Так, проплыть я с ней не смогу. Ведь. Хм. Хорошо. Наверное, сделаем вот так. Сейчас мы сможем обойти это все просто. Все придумал. Ну ладно, хоть часть лестницы осталась, да? Блин, это было опасно, по сути. Стоит там, носу ковыряется. Так, ну и все, наконец-то. А, поняла. Это мысль. Конечно. Аккуратно. Если она сейчас сломается, это будет печально. Так, туннель госпиталя. Путь. Круто. То есть мы даже на улицу, похоже, уходить не будем. Через туннель доберемся, куда нам нужно. Ё-моё. Я пойду вперед, а ты за мной. Ого. Поняла. Аккуратно. Это очень опасно. Блин, там ходит кто-то еще. Давай. Все, мне край похоже, да? Как я не допрыгнул, интересно.
А, это не ходит, это траву шатает. Понятно. Тихо, тихо. Давай, прыгай. Ты меня поймаешь? Ловлю. Видишь? Ты сама допрыгнула. Может, свалим уже? Вредина. Да, внушает, конечно. Тихо. Беги, беги, беги! Ай-яй-яй-яй-яй! Давай, давай! Ай! Ну, ну! Давай! Быстрее, оно заполняет с водой все. А-а-а! Твою мать. Давай, братюнь, приходи в себя. Ну, давай. Эли, давай, спасай. Да беги давай уже, ну. Она же плавать не умеет. Давай, 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 пошел. Ой-ой-ой. Куда ее унесло? Вон она. Давай, пошел за ней, быстрей. Блин, мне надо... Я не смогу. Плыви, плыви, братюнь, плыви. Искусственное дыхание, быстрее. Даже... Руки вверх! Она не дышит. Я сказал, руки вверх! Давай, давай. Твою мать, ну что за люди кругом, а? И вот ты у цикад. Ты извини, не знали, кто ты. Где Эли? Она жива. Откачали. Вы столько прошли. Скажи, как? Все она. Целеустремленная девка. Может, это судьба. Я стольких потеряла по пути. Отдала почти все, что было. А потом приходишь ты, и мы чудом успеваем ее спасти. И правда судьба. Я иду к ней. Можешь не волноваться. Мы позаботимся о ней. Не могу. Я хочу ее видеть. Нельзя. Ее готовят к операции. Какой еще операции? Врачи говорят, что кордицепс внутри нее как-то мутировал и дал иммунитет. Они извлекут грипп и смогут синтезировать вакцину. А с ней что будет? Как грипп отделят от мозга? Никак. Ах вы твари. Ищите кого-то еще. Она одна такая. А ну, веди меня к ней. Стой. Я знаю. Ты думаешь, что тебе сейчас тяжело, но не представляешь, каково мне. Я помню ее с пеленок.
Обещала матери присмотреть за ней. Как ты можешь допустить, чтобы ее убили? Это важнее меня. Даже ее. У нас просто нет выбора. Да. Да, вижу, себя ты уже убедила. Выведи его. Только дернется, стреляй. Последний шанс, Джоэл. По-своему их можно понять, да? Вставай. Только по-своему. А ну, вставай. Давай. Иди. Иди, я сказал. Дай только повод. Куда? Хрен ли ты встал? Шагай! Иди, говорю! Где операционная? Не тяни время. Где? Где? Самый верх, дальний конец. Офигеть просто. Итак, заканчивается очередная серия Last of Us. Увидимся в следующей, вполне возможно, она будет и последней, потому что это явно финал. Но эта игра умеет удивлять, поэтому загадывать не будем. Что я хочу сказать, на протяжении последних трех серий было все настолько плохо, что я, честно говоря, не удивился. Я с самого начала ждал от них какой-то вообще лажи, какого-то подвоха. Они не обманули мои ожидания. Вполне ожидаемый такой поворот в итоге. Но все равно осадочек остался. Увидимся в следующей серии. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока.